Вера говорит: вспоминай свой грех. Вспоминай свою тоску, которая выталкивает тебя из греха или из жизни, если иначе не выходит. Вспоминай свое отвращение. Это тоска по Богу. И она приведет тебя к Богу, если будет достаточно сильной. Эти слова принадлежат философу, писателю и мудрецу Григорию Померанцу. Под Старой Русой в конце 1942 года он был контужен и ранен. Потом в 1944-м еще раз был ранен. Он получал ордена и медали, но в декабре 1945 года за антисоветские разговоры лейтенант Померанц был исключен из партии, а в 1949-м осужден на 5 лет за антисоветскую пропаганду. Пропагандой было, видимо, и то, что Померанц считал одной из основ человеческого бытия – религию. Померанц проживет долгую жизнь и оставит нам много чудесных пронзительных строк. Вот таких, например. «Счастье – это не суррогат жизни, это сама жизнь, открытая глубине, со всеми ее бедами, но и с той силой, которую дает глубина. Бог, скрытый в глубине, не страхует нас от несчастья, но Он дает силу переносить несчастье и, потеряв все, начинать жизнь заново. Продолжая путь, мы опять должны войти в темные ущелья, но знаем, что выйдем снова на свет и обрадуемся свету, и эту радость будем нести сквозь тьму до следующего взрыва света». Григорий Померанц.